Да, это сцена, и на ней прямо находится зрительный зал. И мы все готовы к просмотру спектакля «Ехай». Спектакль представили на областной конкурс «Театральная весна» актеры любительского театра «Круг». Это история о трех судьбах совершенно разных людей – машиниста, электровоза, бабушки и мужчины. Хотя это пьеса там 70-х годов, вот, но мне кажется, все равно это близко к нашему времени, потому что сейчас какие-то недопонимания идут, да, среди вообще молодежи тем более. Больше одиноких людей, которые тоже что-то ищут, пытаются где-то себя реализовать. Ну ты мне что хочешь там? Что ты машешь? Маша-то, у меня тут все. Артем играет роль одинокого и честного машиниста. Мой герой тоже в поисках, но вот не может жениться никак. Собственно, внутри-то он, наверное, хочет тоже как бы как-то разбогатеть, как-то уже жить начать, да? Но вот не может переступить как бы грань государства. У вас там что, в деревне-то все такие, что ли? Ой, да у нас всякие есть, ага. Кто кино смотрит, кто телевизор. А Игорю и Александру достались роли бабушки и мужчины. Этот спектакль вас внутри перевернул? Как-то изменил, может быть, вашу жизнь? Хочется переживать эту роль, конечно. Проживать ее, переживать. То есть теперь себя как бабушка ведете? Да, конечно, хорошо себя веду, бабушка как бабушку. Хрусим, здороваюсь. А я смотрю, свету-то горит, ага. Я иду, это что-то поезд, наверное, у вас поломался. Что делать, если забыл слова? Играй дальше, не знаю. Что-нибудь доболтай, да. Ну, либо продолжай дальше, вели свою линию, не знаю. Ты что, зараза, все дерешься-то, а? А ты ехай давай. А ты руки не распускай. А ты ехай. А ты мне не указывай, указчик нашелся. Ну, главный посыл. Посыл – человечность. Человечность – духовный мир человека, его жизнь в реальности, и чтобы мы не забывали никогда, что у человека есть такие святые вещи, как добро, как справедливость, как честь, как совесть. И такие вещи живы, и мы считаем, что вот об этом наш сегодняшний спектакль. Это за нервы! Это развратное самоуничтожение! Ты что, ты скотина, а? Посмотрела на спектакль «Ехай» Оксана Стяжкина специально для программы «Пятка Тудей».